Динамовский лес. Именно под таким названием в минувшие выходные в республиканской столице была высажена первая аллея славы героев спорта в рамках всероссийской акции «Динамовский лес». Теперь парк культуры и отдыха «Зеленый остров» украшают 15 молодых деревьев крымской сосны. Перед началом процедуры ко всем участникам мероприятия с приветственным словом обратился организатор акции, председатель Совета региональной организации общества «Динамо», начальник управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии генерал-майор Игорь Кобляченко. Он поблагодарил за помощь в организации мероприятия администрацию главы республики, мэрию города Черкесска. В акции приняли участие заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Александр Елизаров, начальник управления Центрального совета общества «Динамо» Дмитрий Лунин, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Гелена Топилина, а также представители органов госвласти, муниципалитеты и общественных организаций. Отметим, что каждое деревце новой аллеи посвящено определенному именитому спортсмену республики, чье упорство, воля к победе и достижения – яркий пример для подрастающего поколения. По завершении высадки аллеи здесь же в парке в здании амфитеатра состоялся праздничный концерт.